вставлять сим-карту в Everton V5. Обратите внимание, это очень важный момент, чтобы не сломать гнездо. Everton V5 имеет, надо правильно вставить сим-карту. Кроме кнопки Reset, которая здесь сверху, у нас есть кнопка сбоку для включения-выключения, и сюда вставляется вот сим-карта. Для начала нужно, конечно же, разблокировать устройство, выключить. Так, он лог. Просит нажать звездочку. Вот такой вот. Левая звездочка. Выключили. Тут уже вставлена сим-карта, которую мы используем. Желательно пользоваться вот чем-нибудь похожим, либо другой сим-картой. И аккуратно вытащить. Обратите внимание, как ставится сим-карта. Вот. Именно вот в таком вот виде, уголком, задней тыльной стороной к себе, вставляем сим-карту. Никаких усилий жестких не делаем, она должна разойти легко. Дальше проводим. Щелчок. Карта закрыта. Если сделать наоборот, вы можете сломать механизм, либо сломать используемые усики. Также желательно использовать уже готовую микро сим-карту, а не обрезать самостоятельно, потому что по краям есть заусеницы.